Так, теперь мы из новых китайских втулок, которые стоят там 100-200 рублей, изготавливаем вот такие мега втулки, вот такой вот толщины, для того, чтобы сюда можно было накрутить фривил, тормозной диск и еще кок с этой стороны можно было законтрагаить. Так что обращайтесь, можем даже с двух сторон наварить, только это дорого стоит. Вот таким образом это будет выглядеть, то есть фривил и диск. И с этой стороны надо будет еще придумать контрагайку, потому что одно колесо будет стоять вот так, а другое колесо будет стоять вот так. Здесь все это на затягивание работает, а вот здесь все это работает, соответственно, на раскручивание. Поэтому еще будем дальше колхозить.